Привет, друзья, с вами варчик. В этом видео расскажу вам самые распространенные три ошибки, которые совершают новички World of Tanks. А потом они уже превращаются в не новичков, а ошибки так и остаются. Что это за ошибки такие? Самое первое, с чего начнем, это что такое World of Tanks, какие есть в нем режимы и как в них достигается победа. Как ни странно, большинство танкистов не поймут, зачем они играют в World of Tanks. И вернее сказать, они играют в основной режим World of Tanks, который называется Random, но не исполняют тех вещей, которые были задуманы этим режимом. Ведь для того, чтобы во что-то играть, нужно сначала узнать правила. Так вот, видимо, на правила игры в рандоме World of Tanks все танкисты забили. В рандоме World of Tanks есть три режима стандартный бой, встречный бой и штурм. И во всех этих режимах, которые глобально называются рандомный режим, очень большая часть танкистов не исполняет геймплей этого режима. Они много лет играют в эту игру, но так до сих пор и не начали выполнять правила этого режима. Из-за этого у них низкий процент побед, общая статистика плохая, и в целом они не понимают во что играют, поэтому и совершают тонны ошибок. А все начинается с самого начала. Стандартный бой. Это режим, где у каждой команды есть своя база, отмеченная кругом. Чтобы победить в этом режиме стандартный бой, нужно либо убить всех врагов, либо захватить базу. Также при попадании по врагу, который захватывает базу, полоска захвата сбивается. Тот игрок, по которому попали, теряет все очки захвата. Таким образом, если захватчик был один, то полоска захвата доходит до нуля. А если... Захватчиков было несколько, то полоска отнимается только на то количество очков, сколько успел захватить один из захватывающих. И уже на этом этапе у танкистов большие проблемы, поскольку маленький процент побед у многих из-за того, что они не понимают, что когда одна команда захватит базу союзную, то это все конец боя. Они продолжают заниматься какими-то своими делами, хотя защита своей базы должна быть приоритетной целью в режиме стандартный бой. Но танкисты в приоритете занимаются какой-то фигней. Если вы начинаете играть в World of Tanks и попадаете в стандартный бой, всегда держите в приоритете самым главным защитить свою базу. У вас в разы процент побед повысится. Поскольку очень часто при захвате базы танкисты почему-то едут не свою базу защищать, а просто вперед по своему флангу, где они и были весь бой. Хотя это элементарно. На экране у всей команды появляется полоска, показывается сколько времени осталось до захвата базы, сколько человек захватывает ее. На карте нарисовано, где она находится, эта база, вы на ней появляетесь. Бери, едь, сбивай, все. Почему-то никто не думает, что после того, как базу захватят, все, это конец боя, хуже не будет. Это самое плохое, что может случиться в бою. Это когда вам захватили базу. Все, это конец. А вот если вы собьете, вы можете продолжать бой. В этом суть режима стандартный бой. Следующее. Тот же самый рандом, но встречный бой. Там нету у каждой команды базы. Есть просто места, где команды появляются. Они отмечены квадратиками, точнее ромбиками. А база для всех одна. Если обе команды одновременно захватывают базу, то полоска захвата просто останавливается, и ничего не происходит. Если одна команда берет... И захватит ее до конца, то другая команда проигрывает. И опять в приоритете сбитие захвата базы. Потому что если базу захватит, все, конец боя. Тут тоже есть ошибки, что люди, вместо того чтобы ехать базу сбивать, умудряются атаковать пустые точки респа вражеских танков, на которых никого уже нет. Они просто там в начале появились и уехали. А люди едут зачем-то пустоту атаковать. Просто на карте квадратики нарисованы, они поехали туда атаковать. Зачем? Это просто место, где люди появились. И все, они туда уехали. Это не их база. База это кружочек. Квадратик, ромбик. Это там, где люди появились. Они еще циферками обозначены 1, 2. Красненькие такие. Ну и очень распространенные ошибки в режиме штурм. Штурм это когда одна команда появляется на базе, а вторая появляется просто в местах появления. У них нет базы, просто ромбики. И все, они просто там появились. У них базы своей как таковой и нет. Та команда, которая защищается, у них есть база. Круглая. Ее можно захватить и выиграть бой. Так вот, та команда, которая защищается, у нее часто танкисты делают такую ошибку. Они едут атаковать. Место появления вражеской команды, у которой даже нет базы. Вместо того, чтобы весь бой защищать свою. Приоритетная задача команды, которая защищается, защищать свою базу от врагов. Поддерживать свою команду, держать ключевые точки и не дать захватить свою базу. А не атаковать несуществующую вражескую. Ее нет смысла атаковать. Тем более на медленных танках, потому что пока вы будете в... Очень долго куда-то там в пустоту атаковать. На другом конце карты все может поменяться в такую сторону, что вы потом никуда вообще не успеете. Да и чаще всего, пока такие атакуны едут вперед, они уже умирают, потому что едут в открытое поле. Неправильно расставлены приоритеты, плюс слабое понимание, во что люди играют. Это первая ошибка, глобальная у многих танкистов. Они неправильно расставляют приоритеты, зачем они играют в World of Tanks в режим стандартный бой, штурм или встречный бой. Следующая ошибка новичков – это покупание следующего танка, если он уже выкачался. На низких уровнях очень быстро танки прокачиваются, буквально за пару боев. И если их быстро покупать, получится так, что вы на пятом-шестом уровне будете играть без модулей, без перка у экипажа и ваш танк будет в принципе не готов к игре. В чем заключается ошибка? Что танкисты так быстро набирают уровень танка и двигаются по ветке что их танк уже не приспособлен. К окружающим танкам вы очень слаб на фоне них. Что нужно делать? Советую вам остановиться. На третьем уровне, поскольку там очень маленький набор карт выпадает, вам будет очень легко играть на них, потому что они маленькие, удобные. Если ваш танчик слабый, вам будет легко на них подкачать первый перк, поставить модули и уже потом снимая, переставляя модули на следующий танк более высокого уровня и пересаживая экипаж, вам будет намного легче, чем вы вкачаете какой-то там 6-7 уровня танк и у вас не будет ни модулей, ни перков. Вас все будут убивать. Ваш танк будет очень слабый. Плюс, когда вы пересаживаете экипаж и переобучаете за серебро, вам нужно около 40 тысяч опыта, чтобы вывести экипаж до 100%. А не 100% экипаж делает ваш танк в разы слабее. Он хуже едет, хуже видит, медленнее заряжается, у него хуже стабилизация и сведения. Танк превращается в унылую какашку. Не спешите набирать уровни. Ваши экипаж и модули не готовы. Куда вы ломитесь со своими сетками и рогами на 10 уровне? Подкачайтесь немного на третьем уровне. Это самый комфортный уровень. Там всего-то около 4 карт попадаются, они все малюсенькие. На них легко играть и на быстрых, и на медленных танках вы всегда успеете поучаствовать в бою. Также у меня на канале есть стримы, я вот недавно играл на медленном танке третьего уровня, без перков и без модулей особо. И я показывал, как играть на этих картах. Высокий процент побед держать на медленном танке без перков и модулей очень легко. И со временем вы прокачаете и модули, и перки. И потом уже можно спокойно двигаться выше. И ваш танк будет готов к более высоким уровням. Ваш экипаж будет готов потому что уже начиная с четвертого уровня начинают кидать на кучу карт и они почти все большие ваш танк слепой медленно едет кривой корявый и ни на что не способный. Вам будет очень тяжело реализовать танк, поскольку он просто слабый. Если вы новичок и вы начинаете только играть и у вас пустая ветка без ничего нулевой экипаж, Просто подкачайтесь на третьем уровне. И как только первый перк получите и поставите три модуля, смело их переставляйте на следующий танк, на четвертый и дальше качайтесь. Плюс вы еще запомните, как хорошо играть на тех картах начальных, которые выпадают на третьем уровне. Поскольку карт будет мало, и вы будете, глядя на свои ошибки, запоминать их и исправлять путем того, что каждый следующий бой будете вносить какие-то доработки в свои тактики какие тактики есть на этих начальных картах, можете посмотреть, опять же, у меня на стриме. Я все отстримил, там четко и понятно рассказываю, куда и что, куда ехать и что делать в бою. Ссылка будет в описании этих стримов, даже на весь плейлист. Там третий, четвертый уровень, как я играл. А то потом танкисты мне часто рассказывают. Ой, а как это у тебя там перки появились или еще что-то? Вот я выкачал восьмой уровень, а у меня даже первого перка нет. Сам виноват. Ну и самая главная ошибка, это с чего начинать, как научиться играть в World of Tanks. Я категорически советую выкачать для начала все средние танки. Пока вы их будете качать, вы научитесь играть в World of Tanks. Если будете работать над своими ошибками и хоть немножко уделять внимание игре, научиться в World of Tanks играть несложно нужно лишь правильно начать. Поскольку, когда вы играете на средних танках, вы можете в бою применять множество тактик. Игру от башни, поджимы, заезд с фланга, какие-то агрессивные позиции. Вы можете и кемперить, и аккуратно прикрывать союзников, и работать как танк поддержки, и на первой линии играть. Вы можете работать в любой геймплей на среднем танке. Но вот если вы начнете качать другие ветки, допустим, тяжелые танки, они уже во всей геймплее не могут, то вы даже не будете видеть, как некоторые вещи в игре работают. Соответственно, вы будете упускать часть геймплея, она будет проходить мимо вас, поскольку ваш танк вообще не может в это. Грубо говоря, тяжелые танки могут быть нескольких типов. Те, которые сдерживают направление, продавливают направление и просто тяжелый танк поддержки. И все. Они просто ползут на свой фланг и там аккуратно бодаются. Больше тяжелые танки, грубо говоря... Ничего не могут. Иногда там поиграть от башни. И потом дальше либо вперед поехать, либо вернуться назад. Все. Этого очень мало, чтобы научиться играть в World of Tanks. Также легкие танки. На легких танках, на некоторых картах очень тяжело реализовать геймплей светляка. Неважно активного или пассивного, на половине карт... Вам будет делать нечего первую половину боя. Плюс, если вы еще не понимаете, во что вы играете, вы будете ошибаться, а каждая ваша ошибка будет заканчиваться походом в ангар. А умирая на первой минуте, вы опять же не увидите вообще никакого геймплея в игре. А раз вы его не видите, вы не совершаете ошибки. Не совершая ошибок, вы даже не будете развиваться. И не будете понимать даже, что исправлять в своей игре. ПТ-шки тоже они могут только пару вещей. Прикрывать союзников, и если они бронированные, то просто продавливать какое-то направление. Все, больше они ничего не могут. Качать ПТ вообще нет смысла в этой игре. Даже если вы хорошо играете в World of Tanks. Ну и что касаемо арты, на ней вы ничему не научитесь. Поскольку геймплей там один. Стреляешь туда, где вначале светятся танки, переезжаешь после выстрела. И потом весь бой долбишь. Там, где светятся враги, и переезжаешь после каждого выстрела. Все. Только на средних танках вы научитесь играть в World of Tanks. Такие вот глобальные ошибки новичков, которые начинают играть в эту игру. Эти советы подходят только для новичков, которые хотят научиться хорошо и адекватно играть в World of Tanks. Если вы уже давно играете в World of Tanks, для разнообразия можете качать что угодно. А если вы хороший игрок, вы и так понимаете, что ПТшки это мусор, Арта портит игру. ЛТшки мусор, но для разнообразия надо можно поиграть. Быстрые тяжики это как быстрые СТшки, очень играбельные. Медленные тяжи мусор. СТшки это единственный класс техники для настоящих игроков -танкс. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.